Друзья подогнали мне вот такую удобнейшую вещь, 30-литровую пивную пластиковую кегу. Встал вопрос, как ее разобрать и использовать в хозяйстве, а конкретнее для настаивания браги. Очень важно для начала спустить давление в баллоне, иначе у вас вряд ли получится его легко вскрыть. Мне, слава богу, хватает силы на то, чтобы свернуть эту пробку рукой, но если не получается, то можно подержать ее под горячей водой, и она снимется гораздо легче. Вам понадобится капельница, гаечка, ну и пробка от той самой бутылки. Для начала срезаем с капельницы фильтр. Снимаем дозатор. Капельница свободна. Для чего нам это нужно? Чтобы одеть на капельницу гаечку. Продеваем капельницу внутрь гайки. Одеваем фильтр обратной стороной. Теперь фильтр утяжелен и вполне подходит для водного затвора. Далее берем пробку. И так, чтобы попасть, вводим туда иглу капельницы. Все, теперь можно ставить на баллон. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. Между прочим.